Всем привет! Вы на канале Брошу Геймс, и мы сегодня с Колей, вернее, даже Коля скорее занимается строительством. Коля, расскажи, что у тебя за стройка такая началась? Очень масштабная, кстати, апартаментов. Друга ушастого, ему большие апартаменты строю. А большие, потому что, ну, Шерлок, он же тоже не вечный, мало ли. А может, еще кто-то появится, чтобы там было место минимум для двух. Сплюнь три раза по поводу не вечный. Для двух собак, ну, либо потом для одной большой. Короче, строим ему большую будку, утепленную и с откидной крышей. Ну, увидите. Короче, что-то очень нереальное, большущие апартаменты для нашего Шерлока. И сейчас Коля уже каркас построил, нам надо колесики и что еще? Досок чуть-чуть не хватает. Ну, вы сами слышите, досок не хватает. Сейчас гляну, еще пару уголков, да. Весь необходимый материал сейчас докупим, и Коля будет строить. Я покажу вам, что уже есть и как это достроится. Оставайтесь с нами. Ребята, вы не поверите, мы пришли. Не то, что не поверите, у нас все как обычно. Хотите, смотрите, верьте, что мы хотим взять. Мы хотим взять распилочный, как там, станок, да? У нас много старого дерева. Который реально будет очень просто распилить. Да, мы просто его так чик-чик на дрова, и мы решили, наверное, не покупать дрова, поставим Пете на участок. Он сказал, и мое забирай. Да? А у нас даже больше, чем 5 кубов дров получится, только вот, только в путь. Ладно, они не лиственные, ну и что? Потом итак, дымоход прочистим. Ребята, смотрите, это пила вот стоит. А мы, получается, просто... Мы посмотрим только еще раз. Вот, отличная штука, вообще прикольно. Ну все. Металл. Все китайское, тоненькое, ну... А нам только распилить дрова. Ну вот, допустим, сейчас Шерлоку будку делать. Да, о, кстати, очень удобно сейчас тебе будет Шерлоку будку доделать. Вот отлично, все быстро будет, зато быстро. Чуть надо убрали, если надо как-то вот так. Все, ребятка, смотри, Ника наша спит, показывает, родители делают покупки, а мы делаем покупки. Погрузили уже наш торцовочный станочек. Сейчас проверим. Не торцовочный. А, не торцовочный, этот распилочный. Распилочный. Это уже деревообрабатывающий. Скоро мебель начнем делать. Сейчас зачем лобзик купим сразу. Не, лобзик нам, наверное, точно не надо. Так, взяли мы еще Шерлоку для будки вот такие колесики. Это чтобы будка была мобильная. Для мусорного бака. Для мусорного бака. Ну, там почти мусорный бак. Взяли и передвинули его туда, да, чтобы где ему хочется. Ну, если... В одном месте нас не устраивает, где стоит будка, мы могли переставить его в другое. Да, будет орать. Там, на другом конце, мы будем к беседке, возьмем его и к беседке. К себе, да. Подкатим нашего мальчика ушастого. Пойдем глянем, может быть, сразу какой-то щит существует, готовый, чтобы ему крышу давай, не изобретать посмотрим. Велосипед, давай. А сразу цельным куском. Да, нам пришла с Китая посылочка. Я думаю, это микрофоны, как ты думаешь? Наконец-то пришли, которые шли больше месяца. Коля сейчас откроет, посмотрим, что же там на самом деле. Какой у нас Николай? MCVL Audio. MCVL. Так, это компания. А может быть три, наверное? Да. Да, микрофончики, отлично. То, что мы ждали. Так, ну вот такие петличные микрофончики, с которыми мы снимаем. Сколько у нас здесь? Раз, два, три. Да. Три. Она даже знает. Да, и какая-то я не знаю. Сразу это... с QR-кодом, чтобы тебя сразу в Алиэкспрессе чип на их этот сайт. Все понятно. Ну вот, вот такие мы покупаем зажимами специально для нашей аудиосистемы. Все отлично. Так что будем снимать новые видосы. Да, сейчас за справкой. Сейчас еще нам надо справочку взять. Вернее, за документами Саши Арсений. Итак, ребятки, смотрите, что у нас тут за процесс. Шерлока будка ремонтируется, ну как не ремонтируется, строится. Вот видите, уже пол, стены Коля прикручивает. Уже для крыши скос сделан. Все отлично. И он вот этот наш приобретенный агрегат работает. И Коля работает. Работают вдвоем агрегаты Коля. Один Шерлок, говорю, ничего не делает, а работают только агрегаты Коля. Вот такие вот дела. Вот Никушка тут
лежит. А София поплавала, видите, еще в купальнике. И Саша уже в пижаме гоняют на самокате. Смотрите, Шерлок ждет свою будку и не дождется никогда. Шерлок, хочется будку скорее, да? Вот батя тут уже, смотри, что делает. Прикручивает колеса, чтобы твоя будка мобильная была, да, мальчик мой? Купили вот такие еще колесики, как вам показывали. Ну, вы видели. Смотрите, теперь как мусорное ведро, да, Коля? Да. Или как-то мусорный контейнер на таких колесах. Все верно, мальчик? А, вот ждет, ждет, не дождется. Ну, скоро уже будет у тебя будка. Ох, как ты мой мальчик, любимый, красивый. Шерлок Абрикос. А абрикос, знаете почему? Потому что, когда он был помладше, он был цвета абрикоса. Ну что, ребятки, уже 10:30. Шерлок, ты где? Будка твоя готова? Да? Да. София уже приоделась. Коля уже тут убирается. Смотрите, видите, перепиливает, распиливает остатки. Вот так вот будка теперь выглядит. А вот, красавица еще тут немножко. Коля сказал, там доделает все, что нужно. Вот там немножко подпилит, он говорит, там кусочек надо и уголок поставить. И докупит. Да, нет, окошко не будем делать, а может и сделаем, не знаю еще. Ну вот такая красота получилась. Шерлок! Мама! Шерлок! Мама! Шерлок, иди сюда, покажи, как тебе нравится мама, будка. Мам, ну пока что мы считаем это моим домиком. Твоим домиком? Пока что для Шерлока. Пока Шерлок. Шерлок говорит, это будет мой домик. Зачем Шерлоку домик? Он и так в доме живет. А София сказала, что она хочет, чтобы у нее был такой домик. Но мы еще хотим его покрасить черный цвет. Пока. Навести красоту в этом домике. И уже будет полностью готов. Все, Коля отработал смену. Неужели я закончил этот дом? Неужели отработал эту смену? Да. Все. Сейчас уже все в дом. Комары начали кусаться. Коля убирается, и мы уходим. Я в доме. Ты в доме, да. Все, я пошла там, где нет окна. Ты пойдешь там, где нет окна? София говорит, сделайте мне окно. Это будет моим домиком. Я буду с подружками и с друзьями играть. Федором и Ариной. Федором и Ариной, понятно.